Специалисты территориальной избирательной комиссии отметили активистов. По итогам дополнительных выборов депутата городской думы почетными грамотами отмечены 7 членов участковой комиссии и 5 волонтеров. Кроме этого, наградили и участников конкурса плакатов и рисунков в 3 номинациях «Мы будущие избиратели», «Мы идем на выборы» и «Выбор есть». Приняли участие 45 работ. Свое видение по предложенным тематикам отображали на листах муравленковцы от 7 до 20 лет. Члены комиссии отметили, что рисунки и плакаты выполнены на высоком уровне. Награждены были победители и участники окружных конкурсов сочинений и фотографий. Всем вручены дипломы и памятные сувениры от территориальной избирательной комиссии.